Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Мы, как видите, да, начинаем проходить Mortal Kombat 9 Completion Edition. Вы скажете, тут есть сюжетка? Тут есть сюжетка. Это такая, одна из самых старых, наверное, игр по Mortal Kombat, которая была еще на PS3, наверное. Вы спросите, а ты в нее вообще играл? Играл и видел полное прохождение даже. Причем не в Ютубе, а в принципе видел прохождение, да, там знакомых, незнакомых. Они проходили, даже я как-то играл чуть-чуть в эту игру. Так что посмотрим. Какие-то, блядь, навыки, какие-то, блин, приемчики я помню. Какие-то приемчики я помню, какие-то нет. Я до этого, перед тем, как снимать, да, данный видос, зашел, обучение прошел, да, то есть там вспомнил, как что работает, и все. Вот, поэтому, Саш, подобнее, давайте пледик обязательно. Поэтому, если ты кушаешь, прям чипить, как пить или пить, воды, приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. Это вот пилотная серия, посмотрим, зайдет вам игра или нет. Зайдет? Ну, пойдем, я полностью нет. Значит, нет. Мы начинаем. О, привет! Вы спросите, а где, собственно, вот, тренировочка, заходишь, и я вот это все вот это проходил, собственно. Лучше всего играю за Заб-Зиро, блядь, как я понял. Но я больше запомнил за Заб-Зиро и Скорпиона. Вот, приемчики. Режим истории. Прожите эпические события сюжета смертельной битвы и пройдите весь турнир, чтобы одолеть Шао Кана. Let's go! Начинаем прохождение данной игры. Сюжет вроде короткий, такой не слишком длинный, но посмотрим. Вы же помните, да, за что мы любим Mortal Kombat, да? Особенно вот эту часть. За некоторых персонажей, которые... Ну, вы поняли, да? Которых там, да, все хорошо, все открыто, все видно. Ой, бля. Вот у таких персонажей. Ну, не... Вы поняли, да? Вы поняли. Бля, фу, ебать. Типа схватку они проиграли. Я так, местами помню что-то. Немного. Elder gods, Raiden. Their pathetic mortal combat shackles me no longer. All right, it's showtime. Round. Забыл про это. Сложность режима истории сделать сложно. Эксперты прям не будут сложно сделаем, чтобы было интереснее, да? Давай 3 включим. Субтитры включаем. О, медальон. Они маскируются под драконов, но на самом деле ничтожны черви.
Мой яд распространяется. Это конец всему. Армагеддон. Остановись! Все сделано. Твое время ушло. Века, проведенных в бессмысленном сопротивлении. Настал рассвет моего правления. Да, молись червям, Рейден. Пока твой мир рушится. Он должен победить. Кто он? Кто он? Ну, понимаю, он вернул время назад, да? Вернул время назад. Лорд Вейден, что не так, Рейден? Странные видения. Ваш амулет. Ничего, Лю Кэнг. Турнир начинается. Бойцы, меня зовут Шанг Цунг. В ближайшие дни каждый из вас будет сражаться. Некоторые здесь по собственной воле, другие по воле случая. Эй, красотка, Джонни Кейдж. Рада за тебя. Что, массивный удар, гражданин Кейдж, ниндзя-мим? Ничего не говорит? Кана. Кана? В таком не снимался. Вы принимаете участие в самой важной смертельной битве в истории. Этот турнир, 10-й после 9 побед внешнего мира, определит дальнейшую судьбу царства Земли. Если вы одолеете всех своих противников, то столкнетесь с последним испытанием. Со мной. Этот старикан — последнее испытание? Они могли бы дать мне пояс прямо сейчас. У них ведь есть пояса, верно? Что? Как ты? Внешность может быть обманчивой. Нашим первым бойцом станет мистер Кейдж. Это верно. Кто против меня? Рептилия. Ну давай, бай. Что-то у него... Я что-то вроде у него тренировался как-то. Хороший друг. Кто твой агент? Начали. Ладно, время для шоу. Блять, тварь ебучая. Блять. О, нахуй. Ебать, что нахуй? Ну-ка, пизда, я сейчас проебу нахуй. Бля, тут можно же захват же точно. Бан нахуй. Да ебать, что? Блять, я не привык им нахуй. Ну это пизда, меня бот разваливает. Что за хуйня-то, блядь? Один буду ебашить, блядь. Как знаете, как вот морозота ебаная, блядь. Блять, я сейчас проебу же нахуй, мальчик. Просто пиздец.
Пульте смешно-то, блядь. Поехали. Давай, запускай слуху. Блядь. Попал уебано. Просто пиздец. Да иди ты нахуй, сука, ебаная. Ебан нахуй. Тварь ебучая, блядь. Заебал ты, блядь. Не всегда работает эта комбинация, блядь. О! Сука ебаная. Давай, ебаный. Уебан нахуй. Да ты смеешься, блядь. На нахуй. Пиздец. Погнали, блядь. Давай, уебан. Давай, 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 давай. Свою хуйня. Ух ты, сука, ебаная. Я вот эту хуйню просто буду ебашиться, и все, мне похуй. Ну шо, 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 шо. Ну ты тварь ебаная, сука. Давай, 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 ёбу. Сука. Сука, ебана. Блядь, да иди ты нахуй. Сука, ебана, блядь, бот нахуй знает, блядь. Давай, ладно, разъебучись его. Погнали. Да ебать, что за... Мальчик. Ты заебал, блядь. Блядь, ну как у меня заебал эта хуйня? Блядь, тут еще ебаные эти, блядь. Бля, как он меня заебал, нахуй. Причем я-то пытаюсь у него, видишь, ебашить, блядь. А он уебок, нахуй, он смотри, что делает. Ну, чисто так делать, блядь. Чисто так, хуйня его ебашит, все, блядь. Тварь ебаная. Давай нахуй. На. Сука. Блять, тварь ебаная. Надоел ты мне нахуй. Сука. Да, у меня еще в моменте сейчас нахуй экран глаганул, блядь, что-то. Иди нахуй. Сосал нахуй. Блять, он заебал. Не всегда работает команда.
Мне похуй, мужик. Ты приебал, ты в курсе? На, нахуй. Ебан, блять. На, блять. Давай, сука. Уебан, нахуй. Да ебать, нахуй. Бля, такой нахуй вообще, блять. Блять, бот меня бесит нахуй уже. Просто он, блять. Давай, 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 давай сейчас. Давай, давай, давай! Блядь! На нахуй. Пососал хуйца, блядь, со второго раза. Блядь, за него не умею играть, честно. Какие-то комбинации такие есть подобные, похожие, все. Так у Саб-Зиро, Скорпиона. Я во второе испытаю, мистер Кейдж, барака. Ну давай, блядь. Окей, nice makeup. But is it really necessary? Блядь, мне будет пиздец сложно. Он отведает твои плоти. Давай, уебок. Да иди ты, сука. Ой, бля, вот это жестко. Ну это пиздец, он, блядь. Это твой, сука, ебучая. Бан нахуй. Иди сюда, блядь, тварь. Хоть так. Да иди. Пиздец, сука. Давай, уебан. Ну все, бубана. Ну это полегче будет. Тут просто, блядь, свои шары вот эти пускает, блядь, не пускает, нахуй, просто. Мужик, мне нравятся эти лезвия. Мой продюсер должен с тобой встретиться. Мы снимаем Томми кулаки и ножницы. И мои поздравления, мистер Кейдж. А теперь прикончите его. Прикончите его? Ага, верно. Убей его. Подожди секунду. Я не собираюсь никого убивать. Что ж, ладно. Турнир продолжится на рассвете. Что? И это все? Серьезно? Так, куда пошла эта красотка? Ты хорошо сражался. Спасибо, милая шляпа. Тебе стоит более уважительно относиться к лорду Рейду. Он защитник царства Земли, бог Рома. Слушайте, я не знаю, в какие ролевые игры вы тут играете, но меня не впутывайте. Этот турнир куда важнее обычный шанс прославиться. Мы сражаемся за выживание царства Земли. О чем ты говоришь?
Твоим последним противником был Таркатан. Он родился с этими лезвиями. Да, они были настоящими. Он представляет нынешний мир. Если бы ты проиграл, то император Шао Кан на шаг бы приблизился к физическому поглощению нашего мира своим. Нынешний мир, да, верно. Старшие боги создали турнир смертельной битвы, чтобы дать царству земли шанс защитить себя. Но если мы проиграем этот раз, Шао Кан захватит все. Дан-дан-дан. Слушайте, ребят. Я актер. Я спасаю мир перед камерой. Если этот император действительно представляет угрозу, вызывайте военных. Что до меня? У меня свидание с блондинкой. Чао. Что вы в нем видите? Он герой или генг? Хотя он, может быть, об этом еще не знает. Реанимируем твой сигнал по эвакуации, но нет никакого острова. Я стою на нем. Просто следите частоту моего передатчика. Понял, какова текущая обстановка? У них Джекс, и если не буду участвовать в этом безумном турнире, они убьют его. Я попробую. Помощь нужна? Я специализируюсь на сегодняшних девушек, попавших в беду. Снова ты. Слушай, у меня тут серьезные проблемы, и я не в том настроении, чтобы со мной флиртовала какая-то кинозвезда. Давай. Такая девушка, как ты, не должна была жить по этому шоу уродов одна. Слушай, детка, я не позволю тебе ходить без эскорта. На, блять. Мне не нужен эскорт. И я, черт побери, тебе не детка. Ну давай, let's go. Блять. Ой, пизда, на, блять, да ты заебала. Блядь, это тварь, ты ебана! Сука! Ну пиздец просто. Блядь, просто всю хпшку меня выжрала. Бан нахуй. На, ебать. Блядь! Тихо, 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 малыш, малыш, тихо, тихо. Блядь, ну! Сука, ебан. Давай, блядь. Блядь, заебёшь меня нахуй. Блядь, сука, ебаная. Да, блядь, ну сука, ебаный бот нахуй. Блять, да за что на? Почему этот бот такой жесткий нахуй? Иди нахуй, блять, все, ебись. Иди нахуй. Да иди, блять. Я знаю, что можно как-то вырываться из этих ебучих приемов. На нахуй. Блять, ты, ну ты ебаный. Пошел ты нахуй, блять. Блять. Ну ты пиздец! Да что это за хуйня, блядь? Че она такая жесткая-то нахуй? Блядь. Питерас. Давай. Пошла. Нахуй сразу же, блять. Мне похуй. Тварь ебучая. Да ты тварь ебаная, блядь. Подожди, давай, ладно, размеренно нужно. Ух, нихуя. Блять, можно вырываться же точно, я забыл. Бан нахуй, наебать. Блять, напряжно нахуй. Давай, блять, сучка ебана, давай. А? Сосала?
Бан нахуй. Да иди ты нахуй. Опа, пососало, пососало. Бан нахуй. Еще раз вот так нахуй. Все нахуй, застопил, блядь. Вот так нахуй просто в угол зажал. Ага, неплохо для... девчонки. Слушай, проси за это. Мне не нужна твоя помощь. Ладно, пусть по-твоему будет. Просто оставлю тебя с твоими проблемами. Хорошая идея. Теперь, когда он тебя измотал, пришел мой черед. Мне не хватает мужества для честной драки. Я ничего не делал, честно. Не вставай, дорогая. Ну скажи мне, как дела в штабе? Ублюдок. Доверчивая, сука. Достаточно было пустить тебя по ложному следу. Я бы без тебя не справился. Ты сразу же пути. Тебе не уйти далеко. Ох, выживание, мой конек. Ты напротив умрешь здесь. Отойди от людей. Он считает, что все мои движения — это тросы и спецэффекты. Правда в том, я и есть спецэффект. Давай нахуй. Бан нахуй. Давай, уебан. Давай, 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 давай. Ну бей, 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 бей. Ну бей, чё ты? На нахуй. Блять, что нахуй я делаю? Бан нахуй, все, блядь, пососи ты хуй, блядь. Наебать. Это все, блядь, до свидания. Что, блядь? Блять. Ебать, я пытаюсь одну ебать механику нахуй. Тварь ебаная, блять. Ну давай нахуй, сейчас мой черед. Поехали. Сука ебана, давай, давай нахуй. Да ты, блядь, чё ты скачешь там нахуй? Сука, уёбок ебаный нахуй. На нахуй. Бан ебать. Да, какие-то команды рандомно ебашусь. Ну нет, я хотел вот эту, блядь, шар, ебать, шар зеленый сделать. Представляй к своей Барби. Спасибо. Пожалуйста, и все же, кто этот парень? Его зовут Канна, он был нашим информатором по делу Черных Драконов, крупный торговец оружием. Казалось, что он их лидер, просто водил нас за нос. Многие наших людей погибли из-за этого. Так значит, это не костюм? Ты на самом деле из военных? Спецназ. Да иди ты, значит, ты знаешь об этой теме с угрозой миру, верно? Рейден вызвал кавалер. Рейден? Понятия не имею, о ком ты говоришь. Он не мог уйти далеко. Он подождет, я ценю твою помощь, Кейдж.
Джонни. Но сейчас мне нужно разобраться с делами. Мой командир держит где-то на этом острове. Я должна его найти. Пиздец. Ну, этот второй был легкий довольно-таки. Она, блядь, жесткая была, пиздец. Так, chapter 2. Джекс. Джекс, ты здесь? Бля, можно мне хотя бы, ну, скорпион там дать скорпион? Потому что он, бля, пиздат, я вчера за него... О, боже мой. Я вчера за него на тренировке-то ебашил, блядь, вообще жестко. Что они с тобой сделали? Беги, девочка, беги. Мисс Блейд, вы меня разочаровали. Я ждал вас. Отпустите его, мы не участники вашего турнира. Совсем наоборот, вы очень достойный боец. Вы сразитесь с Саб-Зиро из клана ассасинов Лин Куэй. Пиздец. Сейчас ты ощутишь ледяные объятия смерти. Мне пизда, блядь. Давай нахуй. Блядь. Да, блядь, ну серьезно, нахуй. Блядь, как мне его победить? Уебана, блядь. Блядь, ну сука, ебаная. Иди нахуй, блядь. Я даже не знаю, блядь, его... Да ебать ты, тварь ебаная. Нахуй иди, блядь. Это мне, наверное, никак не поможет так сильно, да? Он просто жесткий, блядь, понимаешь? Да ну все, ну я не знаю, как его победить. Почему мне дают таких уебанов, блядь? Можно мне вот Саб-Зиро как раз кидать, блядь? Не вот это, блядь. Что это нахуй такое, блядь? Даже с ней не знаю никаких команд, блядь, сильно. Ну, это просто пизда, блядь. Просто ботяра меня разъебывает, понимаешь, блядь? Иди нахуй. Блядь, я даже не знаю никаких команд тут особо. О, нихуя. Вот эта хуйня буду я тебя ебашь, не похуй, блядь. Сука, иди нахуй. На нахуй. Бан нахуй. Вот эта хуйня будет его ебать. Один прием. Пиздец. Давай, блядь. Тварь ебаная. Блядь, заебал меня. Бля, ну все, пизда нахуй. Да, блядь, тварь. Ну почему, блядь? Сука. Иди нахуй. Блядь, ну пиздец, почему мне не дают Саб-Зиро? Можно мне Саб-Зиро хоть дать, блядь? Блядь, ебучая команда нахуй. Ну просто пиздец, блядь. Ну он победил, блядь, получается, нахуй. Ну, блядь, он просто вот эту хуйню ебаный своей ебашит, блядь. Скуёбок ебаный, блядь. Жди нахуй, да? Посмотрим список движений. Я рот ебал, блядь. Здесь примерно такие же. Здесь примерно у них всех одинаковые такие, блядь. One, fight. Иди нахуй, блядь! Блядь, сука, ебаная. Да ты тварь ебучая. Сука. Мне похуй, блядь. На, блядь.
сука. Иди нахуй, блядь. Так, это я понял. Это вот эта хуйня. Да ты пидорас, ты, блядь, заебал, нахуй. Бля, у него вот это имбас, что он может замораживать просто, и все, это пиздец. Пососал хуйца, блядь, долбоеб. Иди нахуй, блядь. Съебал меня, блядь. Бля, это еще бот специально, видишь, он. Да иди, сука. Бля, ты тварь. Бля, я еще даже ебучий этот не использую, нихуя. На нахуй, все, блядь, заебешь ты, блядь. Ну просто одни и те же команды используют по факту, и все, блядь. Его можно контрить. Ну, блядь. Бля, я хуй на что использую. Как я выиграл, я не знаю, ребят. Тут реально дело в командах. Команды очень сильно решают. Станешь меня на пути, я надеру твою... Вызов. Нет, ты не станешь турбросить вызов Шан Шу Сунгу. Ты тоже хочешь? Я не против. Пидарас. Да, блядь, иди нахуй. Подожди. У нее... Бля, я ему же не нанес нихуя, блядь. Что? Иди ты в пизду. Он будет ебашить. Законтрил меня. Рано-рано. Да что ты тут, блядь? Блядь, ну это все, ну это я сейчас нахуй взорвусь этой игры, блядь. Я сейчас нахуй просто взорвусь от этой игры, блядь. Да нет, пожалуйста. Блядь, можно я съебу, пожалуйста, уже, блядь, этот ебучий геймпад, блядь. Сука. Я просто не знаю ее команды. Я говорю, я не знаю просто ее команды такие, блядь. Вот это. О, нихуя. Вот, это стрелять, я понял, все. Вот это что делает? Да, блядь, это за. Блядь, он просто меня. Заебал, блядь. Иди сюда, нахуй. Бан нахуй. Еще вот. О, нихуя. Законтрил. Блядь, да. Иди нахуй, тварь ебаная. Блять, напряжно нахуй. Давай свою хуйню. На нахуй. Пиздатель. А еще что так сделаем, блять. Хорош. Сейчас он будет. Давай, 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 давай. Давай, давай, уебок. Блять, забыл. Забыл про это, забыл. Нахуй еще раз, блядь. Блядь, надо реагировать. Надо реагировать, реагировать на эту хуйню. А, отсосешь нахуй. Да иди в пизду, блядь. Давай. Да иди ты. Блядь, да ты. Сука. Блядь, смотри, что делает. Пидорас ебаный, блядь. И давай еще раз. И давай еще раз, блядь.
Блять, ебуща тварь, нахуй. Было опасненько на тоненького. Достаточно. Прикрой глаза. О, прикрой глаза. Джекс, давай, уходим сюда. Самое время. Ты помог им бежать. Ты позволил им бежать. Далеко они не уйдут. Блять. Давай, Джекс, шевелись. Это приказ. О, так теперь главное. Штаб спецназа, это Соня Блейд. Где эвакуация? Блейд уже в пути, летят к вам. Вас поняла. Мы почти дома, солдат. По приказу Шанг Цунга никто не покинет этот остров. У меня нет на это времени. Прочь с дороги. А вот один. Я вам наставим это на следующий раз. Я уже просто, блядь, все, я не могу нахуй. Посмотрим, подойдет вам игра или нет. Спасибо за просмотр, какая серия была. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Мне сложно, мне приятно, если буду это делать заранее. Поддержка ваша мне. Я это ценю. Я это реально ценю очень. Ну все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.